Всем привет, дорогие друзья! И снова с вами Станислав на канале Шоу Стрибум. Сегодня хочу поделиться вкусным приготовлением, вкусной закуски или перекусом, который можно взять всегда с собой, на природу или просто на работу. Друзья, готовится легко и просто, но очень вкусно, сочно и, конечно же, ароматно. Начинаем готовить? Погнали! Для начала приготовим вкусный соус. Нам понадобится небольшой пучок укропа. Нарезаем мелко. Зелень отправляю сразу в пиалку. Добавляю примерно 2 столовые ложки сметаны. Сметана не жирная. 1 столовую ложку майонеза. И чайная ложка горчицы в зернах. И хорошенечко все перемешиваю. Соус у нас должен получиться таким густым. Соус откладываем в сторону и займемся мясом. Мясо куриное я отварил, это у меня бедра. Нарезаю потоньше. Также нам понадобятся 2 помидорки. Нарезаем кругляшками, не очень толсто. Также беру пару маринованных огурчиков. Также понадобится небольшой кусочек сыра. Сыр у меня моцарелла. Нарезаю вот на такие вот пласты. Теперь взял лаваш и начинаем формировать нашу вкуснейшую закуску. 3 кусочка сыра. Огурчик. Мясо. В данном случае у меня курица. Соус. Соуса делайте сразу побольше, не жалейте. И 2 помидорки. И заворачиваем в конверт. И отправляем в форму. Теперь готовим вкусную смазку. Это у меня 1 куриное яйцо. Сразу отправляю щепотку соли. И хорошенечко перемешиваем. Также добавляю примерно 2-2,5 ложки сметаны. Сыр через мелкую терку. И хорошенечко перемешиваем. И смазываем хорошенечко наш лаваш. Обязательно добавляю лен, он немного украсит нашу закуску-перекус. Всегда готовлю двойную порцию, так как это очень вкусно, детям очень нравится. Все, теперь отправляю в духовку, выпекать буду при температуре 200 градусов ровно 20 минут. Получилось очень ароматно, очень вкусно, готовилось очень просто, вы это сами все увидели, друзья. Если вам понравилось, ставим лайки, подписываемся, делимся с друзьями. Не забываем оставлять свой отзыв, друзья. Я с вами прощаюсь ненадолго, до следующего видео. Всем пока. Ну, конечно же, пробуем. Реально очень сочно, очень вкусно. Стоит попробовать.